Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, зайдем с тобой на рынок и откроем бесплатный пак. Да, друзья мои, я хочу вам сразу сказать, что мне предложили здесь дешевую подписку на драконьего наездника. И я согласился, 3 месяца по 300 рублей. Да? Да, ребята? Пришлось мне это сделать только ради того, чтобы как можно быстрее прокачаться и показать вам, что нас будет ждать впереди. Ну, как только 3 месяца закончится, я сразу же отказываюсь от подписки, потому что там уже будет полноценная сумма 600 с лишним там рублей, ну почти 700. Я уже как бы не хочу переплачивать, поэтому 3 месяца и не более. Так, ну что, у нас с тобой вот такой вот пак загадочный. Давай откроем. Так, монета Одина. Плюс бонус для наездников. Отлично. Ух, давай смотреть. Так, крылатый ужас, шепот смерти, шипорез. Воу, 30 тысяч рыбы. Так, понятно, понятно. Это в бонус, ребята, идет. И заодно, кстати, посмотрим, стоит ли вообще здесь применять вот эту вот подписку. Какие преимущества, какие недостатки. Ну и так далее. Будем разбирать все это потихоньку. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас здесь. Ага, иди дальше. Ищи нам ресурсы. Так, что у нас тут? Поищите острокогтя в мокром лесу. Подожди, я же вроде бы отправлял его. Что опять не так, а? Икинг, ты где у меня со своим беззубиком? Я тебе отправлял. И не знаю. А, наверное, нужно посмотреть для начала. Ладно, хорошо, давай глянем, что ты мне притащил. Ага, морскую звезду. Да, ребят, вот теперь все выполнено. Ага, приятель, я ее вижу. Так, ты видишь, 150 тысяч древесины дает, плюс 12 рун. Ты оставишь Олуха и присоединишься ко мне, Икинг. Мы могли бы сделать этот мир лучше и безопаснее для всех драконов. Вместе мать и сын. Это все звучит замечательно, но ты никогда не рассказывала, почему оставила Олух. Все говорят, что тебя съели драконы. Ха-ха. Меня не съели драконы, они меня спасли. Это был Грозокрыл однажды ночью много лет назад. И не договорила историю, да? Хорошо, что ты у нас тут. Плевака, у нас появилась территория за пределами нового моста. Сделай так, чтобы рыбацкие хижины начали там свою работу. Хм, конечно, Стоик, но неужели тебе так тяжело хоть иногда говорить «пожалуйста»? Пожалуйста, пошевеливайся, иначе тебе сейчас станет... Ох, как тяжело. Стойку повезло, что у него такой трудолюбивый друг, как я. Да, еще и такой знаток хороших манер. Я улучшил рыбацкую хижину. Забираю 150 тысяч рыбы. Хочу тебя обрадовать, Стойк. Рыбацкая хижина построена. Что нужно сказать? Спасибо. Вот видишь, совсем не трудно, правда? Это уж точно. Так, что у нас тут дальше? Плевака, захвати Икинга и отправляйся ремонтировать лесопилку на утесе драконьей чешуи. Уже иду, осталось только сказать Икингу, чтобы он ко мне присоединился, когда вернется от Драга. Что? Я уж и позабыл, какой большой утес драконьей чешуи. Мне понадобилось немало времени, чтобы догнать Плеваку. И лесопилку мы с собой тоже улучшили. Ух, о чем Икинг только думал. Если он переживет встречу с Драго, он пожалеет об этом, когда я до него доберусь. Хочешь, мы с Ворчаном отправимся на его поиски? Нет, Плевака, вы оба оставайтесь здесь и следите за порядком в деревне. Мы не можем пожертвовать Олухом ради одного упрямого викинга, даже если это мой сын. Вот такой вот суровый отец. Ух, как вождь, я обязан позаботиться, чтобы деревня выстояла в случае нападения. Но как отец, я не могу отсиживаться здесь, пока мой единственный сын собирается встретиться лицом к лицу с таким безумцем, как Драго. Что же делать? Сперва улучшу зал совета, а потом отправлю на поиски Икинга. Когда-нибудь он станет вождем деревни, как-никак, если доживет до того момента. Улучшить зал совета до 9 уровня. Окей, ну нам еще предстоит с тобой выучить двух драконов, точнее улучшить, да? Да, 42 уровня. Что пока тяжело мне дается. Так, что у нас тут? Прокачка была. А кого я буду, ребята? Ветрокрыла.
Блин, он дорого нам обходится. Именно по прокачке. Так, древоруб, он уже прокачан. Кого же тогда? Так, ну-ка, подожди, дай-ка я гляну сюда. Тройной удар. Так, здесь у нас тоже, друзья, по-моему. Ага, вот, я еще не докачал здесь. 400 тысяч рыбы нужно. Хорошо. Но нам еще понадобится тогда один дракон, да? Для прокачки. Окей, кстати, я здесь, по-моему. А что тут? Что они мне здесь хотят показать? Не знаю, ребята, что они хотят мне показать. Но пак в любом случае нужно забрать. Итак, 6 монет Одина. Ага, плюс 3 дополнительные монеты. Ну, а вот и сам пак. Слушай, ну потихонечку дают мне дополнительные, ребята, как бы тебе сказать, бонусы, да, в виде рун и в виде монет Одина. Отлично, неплохой, так сказать, у нас получится с тобой буст. Забираем здесь рыбу, здесь заберем древесину. Тут тоже рыбу, и, кстати, сразу же их отправим. Нечего им тут прохлаждаться. Кстати, можем прокачать, да. Опа. Ну что ж, друзья мои, 42 уровень получает громобой. И выходит, что нам нужен еще один дракон. Я ведь не ошибаюсь, давай-ка глянем. Да, еще один дракон. А вот кто он будет, я даже ума не приложу. Кстати, я прошел одно событие, друзья мои, и нам нужно с вами открыть наборы. Так, монеты Одина. Ух, и здесь бонусы. Так, что же нам тут выпадет? Костолом, Громель, Крылатый Ужас. Опа, а кто это у нас тут? Ага, Душитель. Ну, я думаю, что его мы с тобой отпустим, потому что он у нас есть, ребят. Дает, конечно, очень мало ресурсов. Ну, что ж поделаешь. Так, давай следующий с тобой набор открывать. Ну, поехали. И что нам тут выпадет? Престиголов, древоруб, экзотический шепот смерти, ну и ресурсы. Здесь, к сожалению, никакого дракончика нам не дали. И это еще не все. Так, блестящий янтарь я тоже забираю. Окей, 3 штучки. И еще один набор. Поехали. Так, бонус. Загадочный набор. Крылатый ужас, лаварык. Ага, прихвостень. И ресурсы. Опять никакого дракончика нам с тобой не подсунули здесь. Ну и ладно. Так, что у нас сегодня? Ребята, есть событие. Оно должно было быть еще пока в раннем доступе. Оно, в принципе, есть в раннем доступе. Но для меня оно уже открыто. Поэтому я, как драконий наездник, могу спокойненько сюда идти. Что ж, боец, готовы к серьезному заданию? Разберитесь с охотниками и их драконами. Хм, поехали, попробуем. Прикинь, а так пришлось бы ждать 3 суток, чтобы сюда тебя впустили. А так как ты наездник, вот, пожалуйста, играй прямо сейчас. Ну что, у нас с тобой 2 волны здесь будет. Поехали. Поехали, будем сейчас бомбить. Громобой, успокойся, пожалуйста. Тебе не вытянуть против нас, просто не вытянуть. Ты один, причем он 9 уровня. Нет, 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 нет. Никаких тут брыканий. Добиваем. И переходим с тобой на вторую и последнюю волну. Здесь опять же громобой плюс... Ага, шепот смерти. Начнем с громобоя. Опять, ребята, опять начинаем промахиваться. Вот это вот меня больше всего бесит. На сардельку тянешь. И ты туда же. А если я так же сделаю? Что вы на это скажете, а, ребятулечки? Ага, взгрустнули сразу. Ну, правильно. Ты спишь, а тебя в этот момент разбирают. Кому это понравится? Да никому. Так, я хильнусь. И начну дальше бомбить их. Так, он начнется, да? А успеет ли он? Нет. Он не успел даже сходить, ребята. Ну, а мы с вами победили. Так, у нас, по идее, должен быть сейчас барабан. Ведь так? И плюс еще награды. А, еще вторая попытка крутить барабан, потому что мы стали наездниками. Или я путаю что-то? Сейчас посмотрим. Ну, давай, что ты там медлишь? А ну-ка.
крутите колесо. Барабан, колесо, какая разница. Опачки. Ништяк, ребята. И второй раз, да? У нас теперь две попытки. Давай, 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 давай. Эть. Ну, 210 тысяч рыбы тоже, ребята, хорошо. Слушай, ну это шикарно. Ух, какое мы с тобой получаем преимущество. Так, еще и колоду забрали. Ну что, давай попробуем еще с тобой подраться. Там все-таки 50 рун впереди разыгрывается. Никто, я думаю, не захочет от них отказаться. А у нас тут водорезик маленький стоит. Ждет меня. 10 уровень уже. Он начинает буянить. Как всегда. На тебе. Так. Я думаю, сейчас мы его добьем. Там пристеголов должен, по идее, если не промахнется, он его должен ушатать. Норма. Последняя волна. Так, и что ты? Ага. Смотри, что делает. Бабах. Кого бы, кого бы. Ну, давай, наверное, змеевика будем с тобой бомбить. И сейчас их всех отправлять на покой. Пускай спят. Ну, а пока они будут спать, мы с тобой будем разбирать их. Верно? Верно. Змеевик, получи. Так, нам нужно его будет сейчас добить. Да что ж ты будешь делать? Пристеголов опять промахивается, а, ребят? Ну, давай так вот сделаем с тобой. Нормуль. Чего ты там уставился на меня? О, распинали мы его. И, в принципе, можно, наверное, вот так вот сделать. Опа. Раз, два. Ну что ты там фыркаешь? Понятно. И последний удар. Все, друзья мои, победушка за нами. Ну что же, давай крутодем, посмотрим, что нам выпадет. Древесина наверняка. Ага, 210 тысяч. А тут еще древесина, да? Еще 150 тысяч. Окей, забираем с тобой 50 рун. Сколько у нас энергии с тобой? 2, да? 2 энергии. Значит, мы получим якнок. 250 штук. Кстати, это тоже неплохо. И надо будет посмотреть, сколько мы с тобой накопим. А тут-то у нас кто? 2 водореза. 2 водореза. Какие-то они по расцветке странные. Причем фиол. Вау. Ну хорош. Сейчас тут меня еще распишут вдвоем-то. Так, что он там задумал? Вот так. Добьем. Нормуль. Ну, я думаю, в сон отправлять не стоит, а вот. Да ладно, ветрокрыл, ну как так-то? От кого он будет бомбить, я не знаю. Что он там сейчас будет делать? Опачки. Ответка. Теперь хильнемся с тобой. Так будет лучше. Он, наверное, все равно будет, да, сардельку бомбить. Так точно. Да ну, хорош. Что за дела-то, я не могу понять. Сейчас опять сардельки достанется. Понял. Так, следующая волна, ребята, у нас. Ага, глыба здесь. И шепоты смерти. Опа-на, попал. Слушай, сейчас, наверное, будем с тобой отправлять их спать всех. Угу. Это оптимальный вариант. Пускай баиньки отправляются. Шикарно. Так, здесь у нас. Ну, давай с него начнем. А потом уже и глыбу добьем, наверное, да? Опа. Добивка. Так, глыба спит пока еще. Мы, наверное, с тобой сделаем вот так. Ой, очнулся, елки-палки, он очнулся. Вот гаденыш. На, получи. Раз, два. Блин, сардельку нужно прокачивать. 9 уровень у нее, да? Она самая слабая у нас из всех драконов, которые вот у меня участвуют в бою. Но на нее почему-то не выпадают карты. Ну что, добьешь? Красавец. Ну что, ребята, очередная наша победа. И мы двигаемся дальше. Крутите, говорят, колесо.
Воу. Груши — это хорошо, ребят. Конечно, хотелось бы не одну, а две или три. А здесь опять 150 тысяч рыбы нам дадут, да? Понял. Так, ну что, забираем с тобой якнок. Блин, не хватит нам с тобой до последнего боя дойти. Потому что вот здесь вот бой будет, а тут конечный. И 2000 тусклого янтаря получили бы. Но у нас с тобой еще времени, ой, 5 дней, по-моему, до завершения этого ивента. Так что успеем пройти и забрать, наверное. Так, что у нас тут? Ну, я думаю, что водорез — это первый кандидат на уничтожение. Давай-ка мы его сейчас будем с тобой бомбить. Ого. Вот это он лупит, да? Мы еще и промахиваемся. Мы сейчас с тобой и промахиваемся, ко всем прочему. Да хорош! Твою же... Ну ладно, давай ударим. Я хотел просто усилить нашу команду. Блин, бедный барсик мой, а. Сейчас заклепает его. Вот как пить дать заклепает. Давай-ка мы, наверное, с тобой отправим их всех в сон. Даже одного из них уничтожим. Водорез, ты уж извини, но тебе надо хильнуться. Так, и бомбим. Шикарно. Ну что, хлыщ, а он очнулся, да? Что ты там сделал на себя, я не могу понять. На-ка тебе. Отравление не повесили? А почему? Почему на него не сработало отравление, да, друзья, а? Как он так уклонился? Объясни-ка мне на милость. Что он делает? На тогда тебе. И добиваем. Все, ребята. А, какое все, ё-моё. Тут, оказывается, это была первая волна, блин. Вот это еда. Спешу, как говорится, вперед, батьки, да? В пекло. Да хорош, сардельку сейчас бомбанут, по-моему, друзья. Давай-ка мы, наверное, вот так сделаем с тобой. Опять их всех в сон. Пускай они там кемарят. Минус пристеголовый. Давай, наверное, шепот смерти попробуем уничтожить. А этот уже очнулся? Эй! Давай, наверное, лучше вот так вот сделаем. Хил мне нужен. Отлично. Ну что, все, парень, ты попал по ходу дела. Один ты против нас тут ничего не сделаешь. Будешь пробовать, пытаться, но ничегошеньки у тебя не получится. Раз, два. Так, добьешь, барсик? Попробуй. Молодец. Все у него получилось. Ну, а мы с тобой крутим колесо. Вау, 750 тысяч рыбы. Это неплохо. Блин, я бы хотел, знаешь, какой пак получить? Вил? Вот. Во. Содержит элитных, прикинь. Эх, чуть-чуть бы, друзья мои, чуть-чуть бы мы с вами сразились бы. Да. С последним боссом мы получили бы тусклый янтарь. Ну, ладно, фиг с ним. Что мы с тобой здесь сделаем? Во-первых, давай глянем, что у нас тут по заданиям. Так, зал улучшить. Сделать обмен. Так, повысить уровень кипятильника. Так, а я что, ему до сих пор кипятильник? В плане, подождите, как, какой поиск? У меня кипятильник есть, вы что, ребята? У меня кипятильник есть, зачем? Что-то я не могу понять. Может быть, его нужно специально выудить? Ну, я имею в виду поставить на землю, чтобы он там был, стоял. Из ангара, типа, наверное, нельзя. Так, где у меня кипятильник? Погоди-ка, я что-то не врублюсь. Нет, 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 он должен быть. Вот, это же он. Да, эксклюзивный. А здесь, наверное, нужен обычный кипятильник, что ли, я так понимаю? Стопэ, да, по ходу дела здесь нужен обычный кипятильник. Твою же дивизию, а. Значит, мне нужно найти его. Трындец. Ну что, лети тогда. Бесплатно, бесплатно. Давай. Отправил я, короче, Беззубика искать кипятильника, потому что его у нас не было, оказывается. А что это такое, ребят? А, это драконы. Что у нас здесь? Давай.
Хоба, я хочу мясо вот это получить. Оно мне нужно. Но, по ходу дела... Эть, тусклый интарь. 62 штуки. Нет, 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 нет. Ты даже не думай. Ты пойдешь у меня дальше в приключения. Что у нас тут выпадет? Да, больше уверен, опять же тусклый янтарь. Фигушки, когда тебе тут дадут на халяву руну. Это уж я тебе точно говорю. Так. Тоже. За 10 тысяч. Ничего себе, классно, смотри. Повышает шанс на лучшие награды в приключениях. Серия испытаний атака плюс 7, серия испытаний здоровья плюс 100. Скрытый мир кривоклык. Офигеть. Да. Лети. Что у нас тут? И что же нам выпадет? Естественно, тусклый янтарь. Успех гарантирован. Ну, мне эта расческа как бы не нужна. Гребешок этот, поэтому перебьемся. Так, что у нас тут? Яйцо. А что это за яйцо? Ну, что-то знакомое, ребят. Знакомый дракончик, да, по-моему, это у нас. Здесь заберем. Так, 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 подожди, подожди, подожди. Что-то я хотел, что-то сделать. Во-первых, заберем с тобой здесь награды. Раз, два и три. Так, а на наездниках еще что-то у нас тут есть. Получите предметы руны, 200. Получим 50 якнога. Ага, израсходуйте руны, 150 нужно. Еще 50 якнога получим. И проведите исследование с 4 сумками. Какие исследования, не пойму. Ого, это что? А, это выполните 5 целей. Блин, катапульту надо было еще использовать. Так, забираем с тобой здесь. А почему такие радужные эти? Это, видимо, потому что я стал наездником, ребята. Видишь, какие паки, ну, такие радужные. А раньше были тускленькие, обычные. Так, здесь мы с тобой забираем. Костолом, крылатый ужас, пристеголов, вострозуб. Начать открытие. Кстати, скоро, друзья мои, мы перейдем с вами на 6-ю арену. Так, что у нас тут? Набор карт. Давай смотреть. Вау. Рыбы-то сколько, ё-моё. И водорез, необычный. А у меня какой? Так, у меня такой есть. Отпускаем. Пускай летит. Так, дальше, еще один набор тут у нас. 9 монет. Так, древоруб, громобой, шипорез. Ну и пошли. Там дракончик, да? Размягчитель. Слушай, а вот он, по-моему, дорогой, да? Если мы его будем отпускать. А, нет, 160 тысяч рыбы. Всего-то лишь. Но в данный момент у нас предел. И по древесине, и по рыбе. Остается вопрос, кого мы будем с тобой прокачивать до 42 уровня. Вот что я тебе скажу. Как думаешь, может быть, блин, он, наверное, так дорого будет стоить. У него сейчас 26 уровень, да? Смотри, 105к стоит. Это, наверное, нужно нам сделать кого-то из слабеньких. Как мы, в принципе, раньше с тобой делали. Из слабеньких, кто у нас тут? Ну вот можно ужасное чудовище, например, прокачать. Или вот этого громобоя. Хотя он эксклюзивный. Сомневаюсь, что он будет дешево стоить. Хм. На кого тогда? Может быть, пристеголового? Просто не хотелось бы выжидать слишком долго, понимаешь, по уровню. 27-й. Тут 180 тысяч, а тут 90. Давай, наверное, с тобой прокачаем ужасное чудовище. Ну, будем прокачивать. Я как бы считаю, что это, ну, в данный момент оптимально просто. Или, блин, костолома. Дорого, дорого, конечно, стоит, ребят. Ладно, пускай они оба прокачиваются, там уже с тобой определимся. Ну что, на аренке нам с тобой пока делать нечего. В событиях пока тоже делать нечего. Что у нас там по якнову? Давай поглянем. Так, у нас 6975. Скоро мы с тобой можем, в принципе, получить
Сладкоеда. Осталось совсем чуть-чуть накопить. Спешить тогда не будем, будем именно на него копить. На аренку нам пока, ребята, идти не стоит, потому что откат будет почти через 11 часов, так что мы с тобой потерпим, подождем. Так, здесь у нас... Что тут-то мне показывают? Я никак не могу понять. Ого, смотри, дракоша, ну это, ребят, кипятильник. Но уникальный. Золотой. А что тут можно получить? Иглоспин, морозный кревет, брюхоглот, змеевик седмицы, камнемолот, лохматый вой и ветродуй. Шанс, конечно, 5,5% это маленький. Блин, а так хочется, да, друзья мои? Испытать судьбу. Ну, хоть один-то должен, по идее, выпасть. Ага. А здесь? Это у нас классический набор, да? Так, секунду, подожди. Это был классический. А что? А в чем тогда, извини меня, разница между классическим и золотым? Камнеглот. Так, лохматый вой. Так, секунду. А здесь? Да то же самое. А что за сокровище? Непонятно. Какие-то сокровища, да? Ну это ресурсы, я понял. Так, а здесь возможность получить героических героев, да? А здесь ареновских. И все так чертовски дорого стоит. Блин, ты посмотри. Мечелом, офигеть смотрится. Вау. Стоят чудаки. Такой, да? Блин, классно, мне нравится, как выглядит. Поэффективнее, по, даже, как тебе сказать, поустрашающий, чем вот этот дракоша. Но этот уникальный. А уникальный, так, видишь, это вот кипятильник, ребята. Просто, как бы тебе сказать, другая немножко модификация. Ну, облик, можно так сказать. Так, а что у нас тут с тобой? Древесина осталась. Ага, мы еще вот это с тобой не открыли. Точно. Шипорез, кревет. Так. Острозубы, грамгильда. Все. Отлично. В общем, у нас с тобой сейчас, в данный момент, одна единственная цель. Это получить последнего дракона, да? 42 уровня. И дальше наша деревня будет с тобой развиваться. Так, а тут у нас что? Давай-ка глянем. Нет, тут просто, ребята, скачиваешь игры, играешь, получаешь руны бесплатно. Это не для меня. Так, а что вот это такое, ребят? Мы же ведь можем как-то здесь использовать... О, детеныш сардельки. Поиск. Ага, это фурия будет, да, нам искать? Пускай летит и ищет бесплатно, а чё? Так, а тут чё, в магазин? Ой-ой-ой, 14,5 тысяч. Откуда такие ценники? Так, забрать. Опа. Я получил, ребята, 25 рун. Вот так вот просто, хоба. Через 22 часа, через сутки я получу еще 25 рун. Это, я считаю, круто. Так, ну что, давай-ка здесь посмотрим еще. Тут, кстати, нам нужны вот эти вот лопатки и вот эти вот четкие. Я возьму лопату, наверное, вот эту вот. Хоба. Нужно, ребята, ее покупать. Если мы хотим с тобой открывать вот этого дракона легендарного, то лопатки нам нужны. Ну и четкие, конечно же, тоже. Поэтому четкие, наверное, тоже мы с тобой сейчас приобретем. Где этот у нас? Ой, нет. Что-то курс какой-то слишком дорого. Ну-ка, нафиг, нафиг. Ну что, дорогие друзья, тогда на этом все. Будем закругляться. Возможно, вечером я сегодня поиграю. Посмотрим, что у нас тут выйдет. Ну, а за кадром буду прокачивать пока драконов. И чем быстрее я это сделаю,
тем быстрее мы с тобой будем дальше развивать деревню. Так что, всем до скорого.